Привет, друзья! В этом видео я покажу, как взять кредит в Альфа-банке через мобильное приложение. Во-первых, для того, чтобы взять кредит в Альфа-банке, вам нужно через мобильное приложение, вам нужно быть клиентом Альфа-банка, то есть у вас должна быть хотя бы просто дебетовая бесплатная карта. Для того, чтобы ее заказать, можете по ссылке в описании перейти и бесплатно ее опять же заказать. Вам ее привезут прямо на дом. Также для... либо кредитная карта у вас должна быть, да? Далее мы переходим в приложение Альфа-банк, нажимаем «Все мои продукты», справа вверху нажимаем на плюсик и нажимаем «Взять кредит». Все, очень удобно. Прогружается у нас условия кредита. Это основные условия, они не персонифицированные для вас, то есть вот это просто условия для всех. Как бы до 5 миллионов рублей, понятное дело, что... не всем дадут до 5 миллионов рублей, но это такие общие условия. Далее. Указываете свою электронную почту, нажимаете «Я соглашаюсь», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, нажимаем «Продолжить». И здесь вы указываете сведения о регистрации, регион, регион работы, название организации, размер заработной платы на основном месте работы. Далее нажимаете «Продолжить». И переходите к следующим шагам. Я сейчас не буду нажимать, потому что у меня сразу же тут Альфа-банк выдает мой номер телефона, мои паспортные данные. Это все на YouTube не хочется показывать. Вам просто нужно дойти до последнего шага, заполнить все поля, и заявка на кредит ваша создаться. Вот так это легко можно сделать через приложение, вообще никуда не звоня, не ходя и не заморачиваясь. Вам... соответственно, одобрят процентную ставку какую-то, которую вам сообщат, одобрят сумму кредита тоже, которую вам сообщат. Поэтому так-то можно удобно сделать. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, не забывайте про лайк. Всего вам хорошего. Пока.